Исәнмесез, эфирда яңалықлар шығарылышы, студияда Лилия Гатина, олға тоба қойбір темалар турында қысқаша. Шолда бақша оңышларын соту бошланды, хауатырышы өзгеруі бейелерге қоғылды ма? Йортысы ғына қолдым, Йоршолыда капитал ремонт ішлері дәуам ете. Йоршолыда бақша оңышларын соту бошланды, ерте отыртылған сортлар енді бірінші жемішлерін бере бошлаған шолылар оңышына қыраулардан нешік соқлап қола алған, толырақ біздің олдағы материалда. Тамара Дулина бақшашылық білен 20 илдан артық шығылене. Ел сайын ханым ешешелер өстіре, аңнан сыңаны сата. Бұл солқынлар арқасында оңышны юғалту құрқынышы бар еді де шолылы. И клубнику, то ягодки первые прямо погибли, и малина также, смородина тоже вот повредила. Вот, так что яблоки вот тут вот были два дня ветра, и яблоки осыпались даже. Башка бақшашылар да май айында суықлар арқасында оңышны юғалтырға мүмкін еді. Лекин көпләр ешешелеріні теплицаларға отырткан. Бұ оңышның бір өлеші сақлап қалуға ердәм еткен. Лекин қой бір өлерге бір неше тапқыр отыртырға тұры келген. Обратно сәз посадили. Сейчас за 5 растут. Все нормально. Будем кормить народ. Серьезно. А повысились ли у вас цены на продукцию? Нет, нет. Наоборот, пониже ценам сейчас. Сатып алушылар да бейелерінің артуын сезмеген. 20 рублей пучок. Вполне устраивает, да. А я постоянно здесь покупаю. Здесь редиска чудесная. Мне бесплатно почти отдают. Да. То есть вас устраивают цены? Конечно, устраивают. Вы что, женщину мне вообще за бесплатно почти. Лук как был по 30-40, так он и есть. Что в том году, вот это я точно знаю. Петрушка хам кузгалак 30, редиска 50, әжелекнің бір стаканы 150 сумға түше. Бір пакет помидор 200, қиярның килограммы 150 сум тұра. Айзеля Шаймухаммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалықлар. Жейгі ел құрқынышсыз болырға тиеші. Бүгін мэрида аппарат кенешмесі вақытында жейгі сәлеметлендіру лагерларының іші, оларының именлігі турында фикер олыштылар. Толыра қолдағы материалда. Каникулларның қызған шоғы бұ жейді шахарның боллар сәлеметлендіру лагерларында 19 мыңнан орты кішкіне шолылы хам шахар қунақлары ел итешек. 46 білім беру ұйышмасы хам 44 хызмет хам ел отряды базысында мәктеп йоны лагерлары іші ұйыштырылған. Шолда ел ұйыштыруға 250 миллион сумнан ортық оқша қоралған. Мақсус харби операцияда қотнашушыларның болылары ойыруша иқтибар өзегінде. В летний период 2023 года обеспечение занятости и досуга детей участников СВО находится на особом контроле. На бесплатной основе детям предложен отдых в пришкольных лагерях. В июне обеспечены местами в пришкольных лагерях 170 человек, то есть 100% желающих. Мэрида иртәнге кеңәшмә вакытында Наил Мәхдиев барлық структура жетекшілеріне балалар ел ите урыннарын тикшерүгә шәхсән кушылырга чакырды. Держать на ежедневном, еще раз говорю, на ежедневном контроле вопросы, связанные с организацией летнего отдыха детей. Мы с утра на эту тему тоже говорили с руководителем правоохранительных органов. Должен быть порядок. Медицинский работник должен свою работу в полном объеме выполнять. Ну и, безусловно, организация питания, санитарного режима. Аппарат кеңешмесі вақытында шахар мэрі шулай COVID-19 темысына да тоқталды. Пандемия башланғаннан берлі шахарда 30617 яңа коронавирус инфекциясы ұшырағы тіркелген. В городе продолжает функционировать провизорный госпиталь на базе Набережно-Челнинской инфекционной больницы. Количество обращений в настоящее время стабильно на невысоком уровне. Временные инфекционные отделения также продолжают свою работу. Лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты имеются в достаточном количестве. Учреждения приклинической сети и стационары работают в штатном режиме. Мэр Наил Мәхдиев белгіләп өткәнчә, коронавирус бір қояда кетмеді. Хәзерге вақытта Йоршолыда сонар орташа республика көрсеткішлерінен 4-6%-ка юғарырақ бара. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалықлар. Йортысы ғына қолдым. Шолыда 105 йортның йортысында капитал ремонт тәмамланғаны. Бүгін мэрида аппарат кеңешмесі вақытында белгілі болған шақолған йортларда үшлеріні 1 сентябрға қадар тәмамларға планаштыралар. Йоңартуларына қойда қан кімнерге көтерге керек. Толырақ келесі сюжетті.
Біраз ғана қолды юртларыны капитал ремонтлау бойынша әшілер 52%-ка белгісін ұзғаны Бұқақта Башқарма комитет жетекшісінің бірінші орын басары Илья Зуев хабар етті. Капитал ремонт программасы бойынша 2023 елда шолда 105 юртны ремонтлау хам 200-ден артық үш түрін башқару планаштырыла. Материалами обеспечения есть, они закуплены. По лифтам также оборудование в город поступило, форс-мажоров нет. Мэрияда аппарат кеңешмесі вақытында Ноин Мағдиев өткен йылларда нешік ішлегенлерін іске түшірді, шәһәр мэрі үзіктілерге йыл қоймасқа қушты. Жыл ішірді барлық тышқы һәм ішкі ішлер башқарылырға тиіш деп ассызықлады шәһәр башлығы. У нас немножко со строителями другой ритм жизни и режим жизни. Не надо нам себя друг друга жалеть. У нас и в воскресенье, и в субботу, у нас рабочий день, у строителей, у дорожников рабочий день. Поэтому отдохнем, когда начнутся дожди в октябре, в ноябре. Йорт на капитале ремонт лауш, лера бренчи сентябра, кадар темам ланыргатыш. Лилия Гатина, Изля Шаймухаметова, Ленар Султанов, Йоан Лаклар. Йоршолы талантлар шахаря автоколадан 29 ешлік стоматолог пауэрлифтинг бойынша Татарстанның абсолют чемпионы болды. Ол спортны хан ішні нешік бірләштірем. Бұл хақта алдағы материалда сөйлер біз. Скажите, пожалуйста, что вас беспокоит? Здесь не заболит. Давайте посмотрим. Нық һәм сәләмәт тешләр болар барысы да Рафаэль Садыковның тырышлығы деп белгіләп үтә пациентлар. Ул 5 ел теш табибы булып эшли. Несмотря на то, что Рафаэль Вилович я в первый раз на приеме, впечатления отличные. Эштен тыш Рафаэль Садыков брейк-данс һәм спорт белән дә мауыга. Спорт в первую очередь это движение, это выносливость, здоровье. А врачи, как правило, должны быть максимально здоровыми, выносливыми, чтобы помогать будущим пациентам. Рафаэль кішкенеден үк спорт белән мауыға башлый, ә бүген ул пауэрлифтинг буенча Татарстанның абсолют чемпионы. Самая главная задача – это психоэмоциональная задача, это правильно не перегрузиться ни перед основными стартами, то есть перед соревнованиями. И не перегрузиться ни как в тренировках, так и не в работе. Стоматолог был шляхом пауэрлифтинг чемпионга профессионал Рауште брейк-данс белән шөгыльләнергә дә комачаулый алмый, шалулы тормышында бию дә мөһим роль уйный. Хәзер Рафаэльнең планында троеборияга старт алып халыгара ярышларга чыгу, шулай ук шалулар арасында сәламәт яшәрү өчен пропагандалауны дәвам итү. Айзилә Шәймөхәммәтова, Искәндәр Мирзагитов, Кирилл Хабзей, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сізге жеткересі сұңғы мәхліметі біз еден мейін Лилия Гатина сіздің білен сау бұл ашам, мүйсені мен болағас. Компания «Толла». Металлопрокаты, стройматериалы, все для водоснабжения, отопления и канализации. Резка и рубка металла. Звоните 770239. Варикоз – проблемы с венами, сосуды на лице, купероз. Медицинский центр флебологии поможет. Большой штат сосудистых хирургов, проктолог, невролог, специалист по диабетической стопе, ультразвуковая диагностика. Здоровые сосуды – наша забота.